Поздравления и заслуженные награды. 15 января, вторую годовщину со дня образования, отмечает Следственный комитет Российской Федерации. Два года назад, согласно указу президента, он был выведен из состава прокуратуры и стал самостоятельным государственным правоохранительным органом. Сегодня в честь профессионального праздника в Волгоградском областном следственном управлении состоялось награждение лучших сотрудников ведомства. Слово Игорю Морозову. За прошлый год сотрудниками областного следственного управления раскрыто более 3500 преступлений. В суды направлены 2700 уголовных дел за совершение убийств, изнасилований, правонарушений экономической и коррупционной направленности. Кстати, по этому показателю региональное ведомство вошло в пятерку лучших следственных органов в России. И это, как подчеркнул руководитель областного управления, при небольшом штате всего 131 следователь при возросшем в последнее время объеме работы. Предстоит большая ответственная работа по повышению качества следственной работы. Следует добиться полноценного взаимодействия всех органов, участвующих в выявлении, пресечении и раскрытии каждого преступления против личности. Принципиальной задачей остается борьба с коррупцией. Только добросовестность, упорство, профессионализм могут дать положительный результат решения задач защиты прав потерпевших, изобличения виновных, неотвратимости справедливого наказания преступников. Михаил Музраев отметил, что достигнутые следственным управлением успехи – это также результат постоянного взаимодействия с прокуратурой, ГУВД и УФСБ Волгоградской области. В свою очередь, считают коллеги из правоохранительных органов, такое тесное сотрудничество помогает укреплению системы обеспечения безопасности региона. Нам совместными усилиями удалось избежать тех системных проблем и провалов, которые, к сожалению, очень часто встречаются в других субъектах Российской Федерации. Вот это очень приятно осознавать, и думаю, что все коллеги из правоохранительных органов подтвердят истинность моего вот этого заявления. Поздравляя следователей с профессиональным праздником, первый вице-премьер Алексей Бургучев от имени губернатора региона выразил им слова признательности за самоотверженный труд, отметив, что образование Следственного комитета стало очередным этапом на пути создания правового государства, главной задачей которого является защита прав и свобод человека и гражданина. Позади два года кропотливой и напряженной работы в новом статусе, которые подтвердили, что система не просто работает, но обеспечивает бескомпромиссную борьбу с преступностью. Без преувеличения можно сказать, что сегодня, расследуя преступные посягательства на жизнь и здоровье граждан, коррупционные и налоговые преступления, следователи Следственного комитета вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка в регионе. В ходе торжественного мероприятия состоялось награждение наиболее отличившихся сотрудников регионального управления. Их заслуги руководством Следственного комитета были отмечены медалями за безупречную службу, почетными грамотами и благодарственными письмами. Глава же областного ведомства Михаил Музраев награжден медалью за верность служебному долгу. Игорь Морозов, Станислав Лопатин, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».